Однако булт-тайм можно заставить работать и быстрее. Для этого надо просто указать, сколько ядер он может использовать во время своей работы. Делается это с помощью опции -p. Давайте попробуем запустить булт-тайм в 4 потока, то есть с использованием 4 ядер, добавив команду -p4. Я запущу булт-тайм в 4 потока в фоновом режиме и, запустив команду top, посмотрю, как он работает. Я вижу, что команда bulltime сейчас ест практически 400% CPU. Это значит, что он работает полностью в 4 потока. Это позволит ему закончить работу практически в 4 раза быстрее.